У 16% россиян фраза «школьные годы чудесные» ассоциируется с советской песней. Беззаботность, дружбу, детство упоминали 6%. Таковы результаты опроса из сервиса «Суперджоб». 5% респондентов назвали школьные годы лучшими. Еще среди ответов есть слова «молодость» и «ностальгия». С первой любовью этот период связан у 2% опрошенных, добавили специалисты. В России с 1 сентября стартует обязательная маркировка 7 новых товарных групп. Так, с сентября будут обязательно маркироваться пищевые растительные масла и масло-жировая продукция, консервы и безалкогольное пиво, корма для животных, ветеринарные препараты, велосипеды и велосипедные рамы, а также технические средства реабилитации. Маркировка в этих группах товаров будет проходить поэтапно и не создаст дополнительной нагрузки на бизнес. ВТБ начинает включать режим чтения при подозрении на доступ мошенников к аккаунтам клиентов. Операции в приложении или интернет-банке будут замораживаться. Сейчас режим ограниченного доступа тестируется. С октября он начнет работать полноценно для ряда рисковых операций. Отменить ограничения можно будет в офисе, в банкомате, контакт-центре или приложении ВТБ онлайн. Банк должен будет убедиться, что обращается клиент, а не мошенник. Живописное предложение руки и сердца в природном парке Шумак на фоне прекрасного водопада. Возлюбленная девушка отвернулась, наслаждаясь волшебным пейзажем. В этот момент молодой человек решил сделать шаг.